Все, начинается резня, убивается пацан 2. И мы попробуем, потюпаем границы имбаланса. Правда, когда играем в вес, там это, конечно, не актуально. Стрельбище. Какие-то сангвини залетные. Это хрольдери залетные. Сангвини на точке, прием. Держите. Спасаем Эрфуса, там хрёльдер в имбалансе. Он сейчас во все точки навигован. Да, учитывая состав команд, мне кажется, мы проиграем очень быстро этот матч. Извини, Вест, мне некуда кличалки кричать, я работаю МГСом. Работаю МГСом, парень. Ку-ку! Кто вы МГС, нахуй? Прыгнул куда-то. Красная лягушка. Ты кто такой, сюка? А ничего. Я меньше был хп. Какой-то раптор. У главного ухода. Да, вес, ты в правильном направлении. Нихуя себе, какой борзой. Рапку. Это рапторы борзые наверху. Я тебе вижу, как читарик постоянно не дохнет от граната, это, конечно, бесит сейчас. Нет, Фэст, живи! Не могу. Да, какой-то сангвиниус. Ну, у меня тоже убили. Ты чё за? Блин, это 3 на 3, я чувствую, что как будто минимум 4 на 4. Рюльдир, ты чё творишь, ёкарный бабай? Ты кто такой, сука? Ай. Ну, теперь я узнал, кто такой. Сангвини. У вас ствики, у нас девастатор. Всё правильно? Хуя? Аллахабар, Аллахабар. Удался. Пророк всемогуч, Аллах всемогуч, и таком. И какая сила, которая Ахмат? Да. Читовик, впереди меня. Читовик зашел справа. На точке, Читовик. Читовик, ты что творишь? Сейчас стреляю ему в шею. Ох, потому что Читовик. Новая имба этой игры. Не, старая новая. А это бесплатная элитка, блин. Пишу. Ну я бы не сказал. Понимаешь, какой был торнет такой живучести, как у читовика. И он не мог стрелять. Давик опять на точке. Без палина прошел. Бля, куда же свалился? Сколько раз я мог напинать? Фантом пришли сюда. Стояние, смотрели. Всё, кто-то декапаем сейчас. Который хочет 400 опыта? Конечно,
Бери, дают, бери, бей, беги. Сангвини. Саня, Санечка, Сангвини. Во, граната прошла. Как это охренели. Ой. Нельзя! Нельзя! Тебя убьют! Ты что, не знай? Нас тут эти добавили. Сейчас тебя нафармил. Сангвини, можешь меня не фармить? Нельзя. На Эльку могу прыгнуть, но не понимаю зачем. То БГСом работать? Это всегда можем. О, гачи лучи, исполнение веста, это что-то интересное. На мне, главный кандидат на гачи лучи. Не один, да. Так, раз гачи лучи взяли, значит будем играть по-умному. Он по-тупому. Беспалим кинем гранатку. Нет! Ёкарный бабай! Не, не граната, я попал. Меня подтолкнула просто вниз. Ни хрена себе, ты урон себе нанёс. Минус. Потратим. Нам союзник на меня попал. Что интересно. Сзади, это я сзади просто. Раз сзади бьешь, ты врага. Враг просто никак не может подпить. Даже если он повернет камеру и будет пытаться поворачиваться и там нажимать кнопки любые. Вообще пофиг. А так. По-моему, не моя. Так прилетела под одной версухой. ГС и работают. Это уже вообще пост. Во-первых, таракан. Гранатами? А, да, да, у нас тяжелая графика добавлена. И у вас пушка. Добро пожаловать, у нас новый патч. Вышел, два дня. И когда, блин? В прошлой неделе, да, в прошлой неделе вышел новый патч. Или в этой неделе, я его не помню, блин. Постоянные игры. Гранату на Диману, блин. Диман, ну как-то так. Сангвини, конечно, большой-большой молодец. Эй, эй! Это чемпионат, ёкар не попасть. Да, я спрыгнул. Какие-то плохие люди капают, да? Бля! Это что, за мани пришел? Или вес перешел за этих плохих людей? Кто там раптор летает? Рекорды побивает. Вес, ты что предал? Предал нас, ты предал братву. Куда хилиться, а? Кто тебе не разрешал этого? Хрен тебе, а не попадание. Бля, капсули. Возвращаемся назад. А, вес какой-то, блин. Ты что на перспективу так играешь? Плохие люди, блин. А, ну 3 на 4. А, ну нет. Раз кое-кто взял литку, пора страдать. А!
Удивительно, как поменялся расклад сил. Я вижу какого-то Хрёльдера. Хрёльдера. Без Судимана. Молодец. Я не могу с вас попасть по одному человеку. Сангвини, мать твою! Плохой человек! Больно то каждый. А, минута 28 секунд. Понятно, к чему вест. Переход на темную сторону. Разбильдяйство. Все вест. Улетел в небеса. Урай. И берет вторую улитку. Да, берет вторую улитку. Лёгко не попасть. Это какая-то пуга. Они взяли Бэтку. О! Элита, тебе не жалко, да? Третий можешь взять? Да. Можешь взять третий, но тебе так не жалко, Элита, я думаю, сможешь третий взять. Тебе тоже не жалко читовика, да? А, нет, 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 нет. Не для тебя я брал плавную. Сангвиней, мать твою! Рапторил вот и нахрен. Кто тебя насувал в спину? Рёльдер, что ли? Чё ты там бьёшь так далеко? Так. А, понял. Блять, как тебе попасть? А, вот все. Убил. Извини, Диман. Хоть ты не счастье. Ёкарный бабай! Ёкарный бабай! Ёкарный бабай! Вестушка ты наша! Рапторидная! У них читовик и вест на рапторе на втором этаже. Читовика убили. Все это видят, все эти. Блять. Я всех против тебя. Как шанс-то выжил, да я тебя убил веста. Это норма. Стреляю в бок противника, вообще похрен. Лиссандру. Вест. И по плаву? Какой сладенький ты нах. Хорошенький. Вот такого веста я люблю. Прям таки обожаю. Молодец. Какой-то жесткий дуэлянт. А где этот? Гачи луч. Прям Диман что ли бьется? Сангвини, говори, где ты, гачи лучом. Да.
А, вот ты. Он скорбичок 17 года. Рождение, блин. Я так и не понял, Хлоргер этот капал вообще? Нет, нет, никто не капнул, я плазмой всех спрятал. Какой-то гнев. О, катали Ивку, крутые горки. Какой-то Хрёльдж сойдет в Ангулу. Напугал, я думал, что ты Хрёльдер, а не Эрсон. Не, плазмы хренать, а нет. На Димана он бежал. Какой печенье будет там, вы все хотите, чтобы я на фарме. Ну, союзников я нафармил хорошо, особенно тебя, но прости меня. Ладно, походу все, потому что... Да.